Изменять или нет границы избирательных округов Одесской области на выборах народных депутатов 2012 года? Такую тему обсудили одесские и киевские эксперты. По их мнению, закон Украины о выборах позволяет территориально изменять округа. По словам участников конференции, границы округов необходимо привязать к границам районов, по делению, которое действует сейчас. Некоторые районы территориально входят сразу в два округа. Мы постарались максимально сохранить территориальные границы районов, потому что, на наш взгляд, это очень важно для нормальной организации избирательного процесса и последующей работы данного кандидата с данным районом. Потому что, когда район поделен на 2-3 части, к главе администрации или райсовета за содействием в интересах своих избирателей, представляете, ходят по очереди 3 народных депутата. Ну, наверное, проще, когда ходит один. ЦВК по закону не зобов'язано до нас прислухатись. Але коли ми вже побачимо в кінці квітня встановлення межі округів, ми порівняємо з тим, що обговорювали на таких обговореннях, ми побачимо, наскільки ЦВК в своєму рішенні все-таки було політично заангажоване, чи воно врахувало думку саме тих, хто безпосередньо буде організовувати вибори, балотуватись, спостерігати за виборами. К участию в обсуждении присоединились представители органов власти и местного самоуправления, общественных организаций и политических партий. Всегда нужно что-то менять, потому что в изменениях заложен смысл движения, усовершенствования и получения положительного результата.